Артём? 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 Ну ты и дурак. Эй, проснись. Я что, уже в аду? Да, в нем самом. Что, в рай не рассчитывал попасть? Грехи не пускают. Так, я же уже не понял. Неудивительно. Понималку уж совсем пропил. Тебе газ 3 дня назад отключили за неуплату. Так, а на чем ты мне готовишь? Так, так. Вот, на электроплитке. Черт. Да, я черт. Поехали. Куда? В чистилище. Эй, только не холодный! Так. Вот как раз холодное тебе сейчас не повредит. Ой, послушайте, вообще-то я работаю в отделе социального обеспечения, а не в курьерской службе. Добрый день. Ну, вам надо, вы и приезжайте за документами. Все, мне некогда. До свидания. Ну, как там наш инвалид? Все в порядке. Договор у меня. Угу. Звони своему нотариусу. Назначай встречу. Как-то так. Быстро ты его укатал. Молодец. А у меня как раз и клиент на квартиру нарисовался. Ну, ты, конечно, додумался. Взрослый мужчина, а ведешь себя как пацан. Что мне еще делать? Кому я нужен? Что делать? Еще одна такая выходка, и тебя точно в дом инвалидов упекут. Ты этого хочешь? Уж так она и к лучшему. Ты вообще чего вернулась? Думал, я не вернусь? Не на ту напал. Значит так, Артём, с этого дня у тебя начинается новая жизнь. Ясно? Правила такие. Ты должен соблюдать правила гигиены, поддерживать чистоту и порядок в квартире, больше никакой выпивки и никакого суицида. Ясно? С меня уборка-готовка и походы в магазин. Я забираю твои ключи, буду приходить 2 раза в день, утром и вечером. Все? Договорились? А теперь я приготовлю тебе обед на завтра, пока еще электричество не отключили. Значит так, орлы, закончите забор, покрасьте вон ту будочку. Так ведь краски не хватит. А вы экономнее красьте. А слушай, не проще ли закупить, а? А за какие деньги? За свои? Почему за свои? А за чьи? Пинчук денег не дает, так что исходим из того, что есть. Так работайте. Давай цветочки покрасим, ярче будут. Надо будет покрасить. Работайте. О, Яночка! Русланчик, а я тебя ищу. Вы что, тут субботник устроили? Ух, ничего себе, какие люди без охраны. Привет. Привет, привет. Слушай, решила старых знакомых проведать. А у вас тут так все изменилось. Красота такая. Ну, то ли еще будет. А я смотрю, ты большим начальником стал. Ну так, директор? Да ладно. Орлы, аккуратнее красим. И второй слой не забудьте. Ну тогда, может быть, директор пригласит свою старую знакомую на чашечку кофе? Ну а почему бы и нет? У меня, кстати, есть очень хороший кофе, можно даже с коньячком. Даже так? Конечно. Ну, не откажусь. Ну что, пойдем в офис? Пойдем. Вот ведь лесогузка, а? Артема бросила, решила, похоже, с его другом замутить. Списывало племя. Как таких земля носит? Да какой он ему друг? Это точно. Mm.
Здравствуйте, я к дяде Артему. Можно? Здравствуй, а ты кто? Я сосед, Ромка. А, родители знают, что ты здесь? Волноваться не будут? Нет, не будут. Им уже не до меня. Они весь день пили, наверное, уже спать легли. Давай, проходи. Здравствуйте, дядя Артем. Привет. Я вот вертолетик ваш принес, в кустах валялся. А, это я управление потерял. Давай. Только это не вертолет, а квадрокоптер. У него 4 винта. Видишь? Ага, только один сломан. Значит, он теперь не будет летать? Не знаю, сейчас посмотрим. Что у нас тут? Так, лапа одна сломана. Аккумулятор. Оп, аккумулятор цел. Да. Кстати, недавно один французский авиаконструктор сумел подняться на электровертолете. Представляешь? Он его сделал по чертежам Сикорского. Знаешь, кто такой? Сикорский — это отец вертолетов. Так что самый первый электровертолет — это прямой потомок самого первого вообще в мире вертолета. Я тебе сейчас покажу, как он устроен. Квадрокоптер, он же дрон, имеет 4 пропеллера, двигатели, корпус, подвес для камеры, собственно, саму камеру, лапы и аккумулятор. Вот, а эти 4 электромоторчика приводят в движение пропеллера, который крутится в разные стороны. Понимаешь? Угу. Так, все, еду я приготовила, завтра разогреешь на электроплитке. Надеюсь, летчику не надо рассказывать, как пользоваться электрической плитой. Разберусь. Вот и отлично. И да, мы с тобой обо всем договорились, да? Больше без фокусов. Да? Да, да. Я ушла. Ромка, пока. До свидания. Посмотрим, цела ли у нас камера. Так, 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 так. Вроде цела, смотри, только царапина небольшая, да. О, ты кто такая? Патронажная сестра. Новая сиделка. Рома! Ладно, я пойду. До свидания. Дядя Артем, а можно я к вам еще раз приду? Конечно, можно. Завтра приходи. Спасибо, дядя Артем. Я у дяди Артема был. Давай, давай, давай домой быстро. Как вы можете так с сыном обращаться? Да иди ты. Мой сын, что хочу, то и делаю. Своих нарожай и воспитывай. Тетя Надь, дядя Артем выздоровеет? Выздоровеет. Русланчик, ты такой важный стал. Ну, прям настоящий босс. Но ты расскажи, чем еще занимаешься? Полеты, руководство клубом. Все же на мне, Яночка, все на мне. Еще шефа иногда вожу на вертолете. Бедненький. Когда же ты отдыхаешь? Выпьем? Давай. Ну тогда тебе точно надо расслабиться. А я тебя вчера даже и не дождалась. Уснула. Ты во сколько пришла? Поздно. Слушай, а ты случайно там не запала на нашего подопечного? Смотри, у нас задача другая. Ад ему устроить. Ад он и сам себе устроил. Знаешь, он не такой, каким хочет казаться. Какой-то отчаявшийся. И помочь хочется, и не знаю как. А ты сходи к его врачу. Узнай. Прогноз или как там у вас называется? Диагноз. Да, диагноз. Может, еще не все потеряно?
Вон, я по телеку видела, парень один после перелома позвоночника 3 года лежал бревном. А сейчас он ходит. Потихоньку. Слушай, а ты права. Сегодня после работы зайду в больницу. Сходи, сходи. Я дело говорю, сходи. Так, с диагнозом я все поняла. Скажите, а есть вероятность того, что Артем снова сможет ходить? Ну, по всем показаниям физиология это позволяет. Тут дело в другом. Нарушение опорно-двигательного аппарата у Артема вызвано психосоматическими расстройствами. Но это нарушение связи души и тела. Да, я понимаю, понимаю. Но значит, надежда есть, раз физическое состояние позволяет? Надежда есть всегда. Тут главное работать в комплексе с основными методами реабилитации. И главное, это желание Артема выздороветь. Этих пациентов иногда нужно мотивировать. Им нужно дать толчок. В смысле? Ну, мощная встряска, мощный стимул. Это как тумблер переключить. Иногда это помогает. Понимаете? Ну, понимаю. Угу. Добрый вечер, Артем Александрович. Как ваши дела? Вы готовы? К чему? Я вам оставлял буклет. Дом, спортивный зал, бассейн, билет в рай. Простите, какой рай? Дом мечты. Артем Александрович, мы с вами договаривались поехать к нотариусу, чтобы сделать последний шаг. Тихая гавань ждет. Артем Александрович, машина внизу. Послушайте, я бы рад в рай, да... Грехи не пускают. Артем Александрович, вы, наверное, так шутите. Вы не до конца понимаете, от чего отказываетесь. На место в этом доме претендовало несколько человек. И всем им мы отказали. И все ради вас. Мы солидная организация и не можем позволить себе такие поступки. Да я понимаю. Нет, нет, вы не понимаете. Послушайте, я никуда не поеду. Просто поймите совесть. Я вижу у вас гости, поэтому, Артем Александрович, давайте я к вам зайду как-нибудь попозже, а вы пока обдумайте мое предложение еще раз. Да? Всего хорошего. А кто это? Да, из собеса. Так, стой. Держи. Зачем? Так. Эй, ты чего? Поехали. Куда? Куртка твоя? Никуда не поеду, ты чего? Все сам увидишь. Ты что, обалдел, что так, ли? Руки! Стой! Руки! Отстань от меня! Руки! Ты обалдел, что ли? Куда ты меня тащишь, а? Ты меня достал уже, ну? Ну? Ну и что? Ну давай угробь меня, сдохну наконец. Так. Ничего, сейчас. Так. Хоть бы... Пандусы какие-нибудь поставили бы. Пандусы тебе. Может, тебе лифт еще? Давай. За что мне все это, а? Давай. Аккуратней! Замолчать можешь? Ай, как хочешь! Сдохну скорее! Куда ты меня тащишь? Да заткнись ты уже. Сама и заткнись. Откуда ты же взялась на мою голову, а? Ну и зачем ты меня сюда привезла? Да ты же хотел умереть. Вот и привезла тебя куда хотела. На кладбище. Вот и место для тебя есть. Осваивайся. Кто-нибудь?
Эй, ну что, передумал умирать? Больная, точно больная. Нет, это ты больной, с тобой только так и надо. Ну, как дальше жить будешь? В смысле как? Дальше будешь жалеть себя или все-таки возьмешься за ум и вылезешь наконец из своей раковины? Возьмусь. Завтра же пойду в собес и попрошу себе другую сиделку, не такую больную, как ты. А, других нет. Все, все закончились, я последняя. Другие к тебе ни за какие зарплаты не пойдут. Ну, значит, пойду в деревню. Мне вот как раз вариант предложили, лишь бы тебя заботливую не видеть. Послушай, тебе нужно вернуться к нормальной жизни. Да, да что ты знаешь о моей жизни? Тебя в кресло посади, я посмотрю. Ой, да хватит уже ныть и жалеть себя. Ну и что, что не ходишь, но руки целы, голова на плечах. Будь благодарен, что вообще жив остался. Мог бы давным-давно здесь лежать. Некоторым людям намного хуже приходится. Некоторых парализует, и они все равно не сдаются. Мересев на протезах в небо вернулся. У тебя ноги в порядке, у тебя в мозгах не порядок. Ну, хватит уже! Все, поехали домой. Поехали. Уж надо вообще башку притичь, чтоб живого человека повезти на кладбище. Ну, оставила, ушла, главное. Я кто тебе здесь? Слушай, я тебя сейчас с горы спущу. А мне как отсюда? По звездам выезжать нужно было? Ой, Надька, ты когда пришла, я даже не услышала. Спи, поздно уже. Да что спи? Ты мне лучше расскажи, что у вас там с инвалидом происходит. Валь, потом, сейчас не до этого. Завтра рано вставать, еще к Артему заскочить, завтрак ему приготовить. А что ты читаешь? Пособие по лечебному массажу. А-а-а. Хочу завтра Артему попробовать сделать. Массаж? Понятно, мать Тереза. Ты бы ему еще что-нибудь сделала. Валь, спи уже. Сплю. Ой. Учишь, учишь. Слушай, я такой вкусной яичницы никогда не ел. Значит, умирать передумал? Точно? Точно. Ну и славно. Так, мне пора на работу. Надеюсь, что до моего возвращения никаких безумных поступков не будет. Не будет. А сегодня вечером попробуем массаж. Кушай. Китайский. Вкусная яичница никогда не ел. Лечебный. Значит, умирать передумал? Нет. Точно? Точно. Это мне не поможет. Так, мне пора на работу. Так, ты опять за свое? Надеюсь, что до моего возвращения никаких безумных поступков ладно, не будет. Ладно, ладно. Не будет. Не горячись. А сегодня вечером попробуем массаж. Ну и славно. Делай со мной, что хочешь. Только в терновый куст меня не бросай, хорошо? Ой, ну хоть шутить начал, и то прогресс. Все, до вечера. Считаешь меня легкомысленной? Нет, просто я не думал, что все может произойти так быстро. А что быстро? 21 век. Век скоростей. Все надо делать быстро. Один раз живем. Завтра может и не быть. Нет, не все надо делать быстро. А, ты про это? Согласна. Но ты настоящий монстр. А Артем? А что, Артем, с ним все кончено. Не напоминай мне о нем. Устал? Нет, надо поехать домой, переодеться. А вдруг Пинчук завтра захочет полететь куда-нибудь? Но ты же говорил, что он на дальних полях. Слушай, не будет завтра у тебя никаких полетов. Я вангую. Да ты ведьма. А ты думал? А ты знаешь, что делали с ведьмами в Средневековье? О, делай со мной что хочешь. Я вся в твоей власти. Ну что там с соседкой по даче? Рассказывай. Да там тихий ужас. Ей как сказали, что в интернете видели объявление о продаже ей квартиры. Так ее Кондратий хватил. Сейчас он в больнице лежит. Знакомая адвокатша начала в документах копаться. Оказывается, к ней какой-то мужик с обеза приходил. С пакетами, с подарочками. Она моей маме сказала, что там соседка появляется, вот это там тихий ужас. Вот ей моя мама быстро позвонила и видела объявление о продаже ей квартиры. Так ее от Анистоми духом приезжает, в Кондратий квартирка, сейчас он в больнице лежит. Оказывается, знакомая адвокатша начала ее маму к нотариусу. В документах копаться. Она ему квартиру отписала. Вот и все, обеза приходил. С пакетами. Ну а что за пансионат? Да какой пансионат? Клоповник какой-то. В пригороде. Ни электричества, ни газа. Просто выселенный дом. Пустой.
А какой человек с обеза приходил к этой вашей соседке? Вы не видели? Не видела. Ты чего беспокоишься? К твоему не придут, не бойся. Не знаю, как-то неспокойно. Вчера к Артему мужчина приходил, я его раньше не видела. Такой представительный. Но Артем, естественно, ничего не говорит. Вообще, как-то все это странно. Сейчас нужно держать ухо востро. Ну что значит не получается? Ну ты же говорил, что у тебя там все под контролем. Нет, это не дело. Клиент уже задаток дал. Послушай, инвалид этот Бухарин. Напои его, своди к нотариусу. Там только подпись поставить осталось. Был Бухарик, а сейчас не пьет. Походу, баба, которая к нему ходит, ему пить не дает. Из ваших, кстати. Вот уж не думала, что она будет продолжать к нему ходить. Хорошо. Я сейчас решу этот вопрос. Жанна Дмитриевна. Да? Может, не стоит? Что не стоит? Ну, инвалида этого. Дело уголовное. Посадить могут. Ой. Ну, кто ж нас посадит? Ой, у нас все в органах схвачено. Начальник полиции в курсе. Между прочим, он тоже в доле. Так что крыша у нас надежная. Смотри, сколько. 37. За 30? Нормально. 37. Так, подожди, морковку. Ой, это капусту сначала. Надежда? Да, алло, это... Да, это я. Добрый день. Вас беспокоит начальник совета. У вас есть сейчас время? Вы можете ко мне подойти? Ну, могу сегодня после работы. Нет-нет, это срочно. Ну, хорошо, я постараюсь. Ну, сколько? Сколько? 49. Нормально, убирайся. Давай вдвоем. Ну что? Валь! Давай! Валь! Нормально. Давай. Давайте тут это, сами. Так. Сколько? 15. Валюш, да. Мне нужно уйти ненадолго. А если Марат приедет? Ну, придумай что-нибудь. Давай, тащи, но... А ты куда? К Артему, что ли? Да нет, это по поводу его. Ну, сказали срочно. Ну, ладно. Взяли. Валюшка. Пошли, я быстро. Давай. Держи. Бросай. Ага. Девочки, чего стоим? Давайте быстренько. Вносите все внутрь. До свидания, Жанна Дмитриевна. Да-да. Можно? Да-да, проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. Скажите, а кто это от вас только что вышел? Это наш сотрудник. А что? Ничего. Просто лицо знакомое. Вы знаете, у меня мало времени, поэтому сразу к делу. Да, конечно, я вас слушаю. Понимаете, когда вы ко мне пришли, я пошла к вам навстречу. И взяла вас на работу без соответствующей квалификации. А недавно нам сообщили, что у нас скоро будут проверки. То есть вы меня увольняете? Ну, мы вынуждены это сделать, понимаете? Понимаю. Но ухаживать за Артемом я же в любом случае могу. Ну, по собственной инициативе. Этого же мне никто не может запретить, правильно? Вы хотите за ним продолжать ухаживать? Ну, зачем вам это нужно? Ой, уверяю вас, мы сами с ним разберемся. Оставьте его. Угу. Нет, я не собираюсь его оставлять. Ну, и при том, Артем практически здоров. Может, скоро ему уход вообще не понадобится? Ну, это ваше дело. Если вам больше нечем заняться. Скажите, а разве в обязанности собеса не входит обеспечение реабилитации инвалидов? По закону вы же должны обеспечить таких людей доступной средой жизнедеятельности, включая и медицинскую реабилитацию. Разве не так? Послушайте, а вы ему кто? Жена
сестра или, может быть, доверенное лицо? А? Нет. Ну, тогда и не отнимайте у меня время. Если вашему Артему что-нибудь понадобится, он сам ко мне придет. Всего хорошего. До свидания. Угу. Все, а ты боялась. Ну что, понравилось? Как круто вообще. А ты знаешь, а ведь Артем меня никогда на вертолете не катал. Так он и не мог. Кто он был? Простой пилот. А я тут хозяин. Ну, прямо-таки хозяин. Вообще-то босс тут Пинчук. А думаешь, Пинчук? Что Пинчук? Приехал и уехал, а я здесь всегда. Вот и сейчас он уехал, а я управляю этим колхозом. Понятно. И надолго он уехал? Ну, сказал, на 2 недели. Понятно. Ах, спасибо тебе за небо. Было нереально. А ты знаешь, я ведь стюардессой мечтаю стать. Че, серьезно? Круто. Только денежка нужна. На школу стюардесс, на жилье в Москве. Но мне кажется, я нашла моего волшебника, который осуществит мою мечту. А я в долгу не останусь. Может, ко мне? К тебе. У Артема наметился прогресс. Замечательно. Я рад. Я тоже. Вот поэтому я к вам и пришла. Я знаю, что у вас в больнице есть центр реабилитации инвалидов. И я хочу записать туда Артема. Да, пожалуйста. В регистратуре есть прескурант, там все объяснят. А я думала, это бесплатно. Можно и бесплатно. Но для этого нужно собрать документы, пройти комиссию, взять направление в собесе, стать на очередь. Ну, это понятно. Но вы же знаете, как может затянуться вся эта бумажная волокита. И тем более у Артема нет возможности ходить по всем инстанциям. Голубушка моя, закон есть закон. Без документов я не могу принять Артема. Что же вы за люди такие? Для вас бумажка важнее человека. Но вы врач. Вы клятву давали. Вы сами говорили, что Артем не безнадежен, что ему можно помочь. И Артем готов заниматься. Дайте ему шанс. Не могу. Слушайте, как вы не понимаете? Ну, если сейчас, когда Артем готов поверить в себя, вы ему откажете, но вы его лечащий врач. У вас есть полномочия. Ну, пусть Артем начнет заниматься, а я пока соберу все документы. Только без слез. Никто здесь не собирается плакать. Подождите вы. Привозите его вечером. Что-нибудь придумаем. А Артема привозить? Ну, кто у вас инвалид? Спасибо. Да, сейчас приеду, совсем определимся. Через 5 минут буду. Ну-ка, иди сюда. Я не понял, у тебя что, свободный график? Почему не на месте в рабочее время? Послушай, дорогуша, мне уже не раз докладывали, что ты постоянно куда-то уходишь. Ну что, ты опять на штраф нарываешься? Между прочим, пока работа стоит, я теряю свои деньги. Вы теряете свои деньги, потому что не можете обеспечить людям нормальные условия работы. Опять ты за свое.
Да как вы не понимаете? Когда условия хорошие, людям лучше и морально, и физически. Соответственно, их работоспособность увеличивается. А это значит, что ваша прибыль тоже увеличивается, и причем в десятки раз. Да, и кстати, не надо пугать меня штрафами. А уволить вы меня все равно не уволите. Пожалуйте сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. О, ну-ка подвигайтесь, покажите, как у вас получается. Молодец, молодец. Умничка, ну что, молодой человек, готовы к спортивным подвигам? Готов. Нет, а какие подвиги? Я на это не подписывался, знаете что? Надя, все, увози меня. Так, не обращайте внимания, это он от радости. Хорошо. Тогда, пожалуй, начнем. Наталья Ивановна. Здравствуйте. 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 Вы можете остаться здесь и понаблюдать, а я пойду. У меня пациенты. Да, хорошо, спасибо. Осторожно встаем. Не спешите. Так, теперь ноги. Аккуратно. Левая пошла. Очень хорошо. Вы молодец, Артем, у вас все получается. Аккуратненько, только не спешите, не спешите. Все хорошо. Так, почувствуйте свою ногу. Вторую. Аккуратно, не спешите. Не спешите. Не расстраивайтесь. Вы молодец. Хорошо, хорошо. Работаем, работаем, работаем. Мы очень хотим пойти. Замечательно. Держите. И можете поздравляю. Приступать. Но ты должен попробовать. Да никому я ничего не должен. Я тебе говорю, фигня все это. Только хуже становится от этих тренировок. Я рук не чувствую. Какой же ты все-таки. А я практически в тебя поверила. Стал таким. А был другой, пока с тобой не встретился в магазине. Да ты просто трус. А я дура, которая носится с тобой, как будто мне больше всех надо. И знаешь, правильно врач говорит, у тебя проблема не в ногах, у тебя проблема в голове. И пока ты сам не захочешь измениться, никто тебе не поможет. Никто, ясно? Надя! Да пошел ты. Да пошли вы все! Что, вам кролик, что ли, подопытный? Ты такой классный. Да, я классный. Да. А знаешь, кто ты? Кто? Ты мой волшебник на голубом вертолете. На красном. На красном. А ты кто? А я... Я Чебурашка. А мой волшебник подарит Чебурашке немного денежек? Конечно, подарит. Ну, тогда Чебурашка своему волшебнику тоже подарок сделает. Возьми трубку. Надя, возьми трубку. Черт, 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 черт. Это что за фигня? Эй! Люди! Ха-ха-ха!
Алян! Галка! Эй, люди! Эй! Ромка! Какой день сегодня? Ой, не говори. Ужас. Все, поехали. Причину возгорания установили? Установили. Очаг возгорания находился возле кровати. Сигарету, наверное, не затушили. Угу. Отчет пришли попозже. Хорошо, спасибо. Угу. Ребят, собираемся. Где пацан? Спит. Хорошо. Сколько раз я их предупреждал, что пьянка до добра не доведет. Пацан вот теперь сиротой остался. Не смог я их вытащить. Да успокойся ты. Ты пацана спас. Что случилось? У соседей пожар был. Анатолий с Галиной погибли. А Ромка? С ним все хорошо. Он тут спит. Если бы не Артем, пацана бы не спасли. Он его вытащил. Как вытащил? Ну ладно. Мне еще столько бумаг писать. Артем... Надо пацана разбудить, я его с собой заберу. А куда вы его заберете? Отвезу в органы опеки, а там в детский дом определять будут. Не отдавайте меня, я все слышал. Дядя Артем, тетя Надь, не отдавайте меня в детский дом, пожалуйста. Ну, а может, можно что-нибудь придумать? Закон есть закон. Если родственники не объявятся, тогда детский дом. Пойдем, Ромка. Ты вообще ложился? Да какой там? Может, немного поспишь? Не хочу. Я не понимаю, как ты мог спасти Ромку. Да я сам не знаю. Сначала дым из-под двери повалил. Потом услышал Ромкин крик, и что-то в голове перемкнуло. Думал только, как побыстрее его спасти. Так вот, значит, какой тумблер. Какой тумблер? Неважно, это я так. Что будем с Ромкой делать? Ну что делать? Надо его забирать. Да как я его заберу, если я инвалид? Но я не инвалид. Сегодня же пойду в органы опеки. А ты в порядке? Что? Проснулся мой волшебник? Проснулся. Волшебнику на работу пора. Волшебник поедет денежки зарабатывать. А волшебник оставит свои чебурашки
на апельсинке. Чебурашки? Да. Ух ты, моя чебурашечка. Что-то я не понял. Что здесь происходит? Ты все неправильно понял, я сейчас все объясню. Заткнись, курица драная, я все правильно понял. Игорь Игнатьевич, я не знал, что вы, Яна, это недоразумение. Я не пошел знал, что вы... вон отсюда, чтобы ноги твоей здесь не было. Это чистая случайность. Ты уволен, по общему билету. Свинарники будешь работать. Что ты здесь разлеглась? Чтобы духу твоего здесь не было. Черт. Постой, Русланчик, я с тобой. Ты? Да ты меня подставила! Ты со мной, с ним! Не с ним я! Я с тобой! С ним давно все кончено! Со мной? Да я из-за тебя работы лишился, карьеры и вообще всего! Карьеры? Да у тебя ничего и не было! Ты где бы ты был, если бы не эта авария с Артемом на дне? Еще вот этот жмот старый, козлина похотливая! Я другой! Ты другой? Ты никто! Я? Я никто? Да это ты никто! Да ты никто. Сама ко мне привозла! Просила, чтобы я был с тобой! Идиот! Ты что, не понимаешь, что ты мне нужен был, чтобы до Москвы добраться? Учебу оплатить! И вообще, послушай меня, я перееду в Москву хоть как! Устрою стюардессы бизнес-класса! Ты не мужчина! Дорога. Ты же козёл! Ой, позор! До чего мы докатились? Мы выяснили, родственников у мальчика нет, поэтому будем определять его в детский дом. А можно его забрать? Вы хотите оформить над ним опекунство? Да, хочу. Вот бланк заявления. К нему нужно будет приложить краткую биографию, справку с места работы, выписку из домовой книги, свидетельство о наличии собственности, медицинское заключение о состоянии здоровья кандидата, справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости. Ну и если все документы будут в порядке, вы вполне можете забрать мальчика. Я все поняла. Спасибо. Кстати, не спросила, вы замужем? Это обязательно? Весьма желательно. Предпочтение дается кандидатам, состоящим в браке. Понятно. Ну, я немедленно займусь сбором всех документов. Возьмите файлик. Спасибо. Угу. Здесь еще подпись. Так. И число. Хорошо. Надь, подожди. А? Все. Угу. Что? Надь, ну где ты ходишь? Что опять? Тут такое творится. Пойдем покажу. Пойдем. Все сама сейчас увидишь. Ой, аж не верится. Та-дам! Ну? Ну, здравствуй, Наденька. Довольна ли девица теперь? Довольна ли красная? Нравится? Видишь, я к тебе по-доброму, по-хорошему. Навстречу пошел. Что скажешь? Ну, что я скажу? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. В карман не положишь. В общем, надумаешь меня отблагодарить. Ты знаешь, где меня найти. Так, иди сюда. Надюха. Эх, красота. Какими судьбами? А, Маратик. Сам начальник полиции города ко мне пожаловал. Вот, супругу жду. Решила сама лично отовариться. Да, да. Кстати, вот супруге презент. Клубничка ароматнейшая для себя нес. Слушай, Маратик, а что у тебя за преобразования такие? Ну, я, скажем так, улучшал условия труда. Я деловой человек. Бизнесмен, будут условия труда лучше, значит, производительность вырастет. Несколько раз минимум? С этой стороны, да. Но? Ну, вообще ты молодец, растешь. Стараюсь. Рабыня твоя из Аура, быстрее деньги вернем. Да я ее почти уже отпустил. Чуть она у тебя быстро рассчиталась. Виски-то элитный был, приличных денег стоит. Но, чтобы я элитный виски на общий зал ставил? Не. Я что-то не понял. И мой виски паленый. Да вы что, обижаете? Для друзей-то я только самое лучшее держу. Как вы подумать-то могли? Кстати, заезжайте ко мне в магазин.
Я там еще бутылочку припас. Ко мне как раз новая партия пришла. Вообще эксклюзив. Ну, заметано. Но. Сейчас жену отвезу и приеду. Ага. Жду. Слышь, а клубника-то не паленая? Настоящая? Да нет, я же, говорит, для себя держал. Экологически чистый продукт. Ну ладно, иди. Что? Давай. Да подожди, ну документов не особо много, ты их быстро соберешь. На меня много времени тратить не нужно. Нет смысла собирать документы. Все равно ни ты, ни я не сможем забрать Ромку. Почему? Ну как почему? У меня нормального жилья нет, нормальной работы тоже нет. У тебя есть жилье, но ты временно нетрудоспособен. И самое главное... Что? Они отдают детей в полные семьи. Ну это можно решить. Как? Распишемся. Ты серьезно? Ну будь у нас полная семья. Ради Ромки. То есть не по-настоящему, да? Ну, конечно. Фиктивный брак. Давай. Ничего не выйдет. Что еще? У меня паспорта нет. Так. И где паспорт? Это долгая история. Ну, пойдем, расскажешь. Так. Борис, привет. Здравия желаю, Игорь Игнатьевич. А Руслана еще нет. А я его уволил, как неоправдавшего доверия. Я вот что подумал. От этого индюка Руслана... Все пилоты разбежались. А клуб простаивать не должен, я же бабки теряю. Тут надо срочно найти пилота на вертушку. Да и бумажками надо кому-то заниматься. У меня на это времени нету. Но ты же раньше здесь был директором. Угу. Так бери все полномочия обратно. Хм, ты же всю кухню знаешь. Не мне тебе объяснять, что да как. Хм. Ну, разумеется, с возвращением оклада. Борис. Ну что, по рукам? Давай. Поехали. Это ты целый год за эти несчастные бутылки пахала. Я думал, у нас крепостное право в 19 веке отменили. Наивный. Так что теперь ты понимаешь, что тогда не только ты пострадал, мне тоже досталось. Еще целый год отрабатывается этот долг. Так. Мне пора домой. Давай я тебя в спортзал отведу. Ты иди, я сам. Точно? Пока. Я не понял, что ни одного посетителя в зале? Ты что стоишь, коготки точишь? Света, ты уже год здесь, и ничего не изменилось, только хуже стало. Ты понимаешь, что у тебя одни убытки, Света? Маратик, ну не злись, я тебе все компенсирую. Компенсируешь? Жвачку выплюнь, Света! Иди сюда, конечно, компенсируй, что у меня на рынке будешь отрабатывать. На каком рынке, Марат? Или ты работать начинаешь, бегом машину принимать, или завтра на рынок выходишь. Бегом пошла! Что сидим? Заняться нечем.
Если нечего делать, на кассе убери. Что за бумажки? Прибери. Ты Марат? Я Марат. А ты кто? А я тот парень, который год назад тебе такой же шкаф разбил. Помнишь? Помню. Разговор есть. Пойдем поговорим. Ну, пойдем поговорим. Не по-мужски как-то получается. Вот видишь, ты мне ущерб нанес. А долг за тебя девушка отдает. Нехорошо. Сколько там осталось? Достаточно. Я хотел бы закрыть долг. А чем отдавать будешь? Наличными? Подойдет? Вещь хорошая. Но будем считать долг закрыт. Тогда ты прямо сейчас поедешь на рынок и отдашь Наде паспорт. Хорошо. Смотри, не обмани. Не обману. Марат слово держит. Да, и не говори Наде, что это я погасил долг. Договорились. Красота, девчонки! Да, благодать. А Марат-то наш молодец. Надь, иди сюда, поговорить надо. Да. На, держи. Ты свободна. В смысле? В смысле все. Долг свой ты отработала. Значит, я могу идти? Прямо сейчас? Можешь. Ну, я с девчонками попрощаюсь. Погоди. Слушай, у меня к тебе деловое предложение. Возвращайся ко мне в магазин на прежнюю должность. К вам? Ну да. Мне такие, как ты, нужны. Мозги у тебя есть. Работать умеешь. Обещаю, только работа, ничего личного. Спасибо за предложение. Но знаете, как говорят в народе, в одну реку дважды не входят. Значит, отказываешься? Отказываюсь. Ну, как хочешь. Передумаешь, приходи. Прощайте, Марат Альбертович. Да! Привет. Ты так рано? Привет. Все. Я теперь свободна. Отлично. Можем прямо сейчас идти в ЗАГС? Спасибо тебе. Можно как-нибудь ускорить регистрацию, чтобы не ждать месяц? Ну, такой срок предусмотрен, чтобы молодые могли лучше узнать друг друга. Куда уж лучше. Скажите, может, все-таки можно как-то побыстрее? У нас особый случай. Срок регистрации возможно перенести только в случае призыва на срочную воинскую службу, рождения ребенка, выезда в командировку. Какой из этих особых случаев ваш?
таком случае жду вас через месяц. За это время еще хорошенько все обдумайте, взвесьте и милости просим. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Прошу. Спасибо. Прошу. Спасибо. Ну ничего, месяц так месяц. Давай помогу. Не, я сам. Да, только этот месяц Ромка будет в детдоме. Да ничего страшного. Будем навещать Ромку. Ой, у меня ни жилья, ни работы. Кошмар. Ну, знаешь, с работой я тебе помочь не смогу. Не биржа труда. А вот с жильем переезжай ко мне. К тебе? Ну, не знаю. Ну, если только на время. Пока я не найду работу и не сниму квартиру. Я вообще хочу восстановиться в институте. Буду учиться заочно и работать. А я наведусь в аэроклуб. Ну, конечно, пилотировать пока не смогу, но ничего. Техосмотр проводить вполне. Руки помнят. Ну вот. Будешь спать здесь, а я на диванчике лягу. Послушай, может, мы зря с переездом затеяли? Давай лучше комнату сниму и все. Ты хочешь забрать Ромку из детдома? Конечно, хочу. Ну вот. Как ты объяснишь комиссии за опеки, что опекуны отдельно живут? Может, ты просто боишься? Чего? Я не знаю, чего или кого. Меня, например. Я только крыс боюсь, ясно? Ну и отлично. Помоги мне тогда вот подушку с одеялом достать. Да, сейчас. Вон табуретка. Отпусти меня. Я не могу. Почему? Потому что если я тебя отпущу, то я упаду. У вас тут дверь нараспашку. Мы просто новое упражнение разучиваем. Угу. Я слышал, вы Ромку хотите забрать. Угу. Так вот, решил спросить. Может, могу чем помочь? Можешь. Костыли мои подай. Ага. Держи. Спасибо. Вот второй. Слушай, помощь нужна и вправду. Нужно Наде справку для органов опеки сделать об отсутствии судимости. Мы сделали запрос, но сколько ждать, непонятно. Так это не проблема. Ускорю процесс. Ускорь, пожалуйста. Спасибо. Ну, мне пора в отделение, там дежурство сдавать. Угу. До свидания. Ну, мне тоже пора. Подождите. Я просто не хотела говорить при Артеме. Конечно, это мои догадки, но мне кажется, что ему грозит опасность. Опасность? Да, понимаете, к нему приходил человек, просил продать квартиру и переехать в загородный дом. И мне кажется, что этот человек как-то связан с Собесом. Нам поступали сигналы о махинациях с квартирами. Правда, вот кто конкретно этим занимается, до сих пор выяснить не удалось. А вы знаете, как зовут этого человека? Нет. А внешность описать сможете? Ну, думаю, что да, смогу. Мы можем пойти к нам в отделение, и там подробно все расскажете. Да, конечно. Так, ну, здравствуй, Боря. Где-то у нас-то... О! Артем. На ногах.
Ну, молодца, здорово, здорово. Слушай, рад, рад, ты молодец, молодец, ну. Ну, а ты как? Ну, в гости или по делу? Работа нужна, Борь. Работа? Ну, не знаю. Место директора занято. Ну, а сторожем ты не пойдешь? Пилотом возьмешь? Пилотом? Летать хочу. А врачи что говорят? Врачи говорят, через пару месяцев смогу летать. Угу, пару месяцев. А Руслан-то чего? Летает? Да че, Руслан? Летает, как фанера над Парижем. Пинчук же его уволил. За что? Ну, из-за Яны. Она то с ним, то с Русланом скакала из одной койки в другую. Черт. Извини. Забей. Что? Артём, здорово. Чего тебе? Борис, там комиссия. Так, Михалыч, займи их там чем-нибудь. Ага. Сейчас я приду. Ждем. Слушай, комиссия еще эти через день ходит. Чует мое сердце добром, это не кончится. Слушай, Артём, так ты, может, посиди здесь. Скоро Пинчук придет. Он же Руслана уволил. Вот как раз ему пилот-то и нужен. Он тебя и возьмет, да? Да нет, Борь. Я пойду. Погоди, ну ты же летать хотел. Расхотел. Артём, ты что, из-за Янки, что ли? Да ну её шалаву. Артём! Здорово, Борь. Как дела? Да как сажа бела. Комиссии каждый день. Сочувствую. Слушай, командир, я же к тебе никогда не обращался. Ну, так обращайся. Клуб мой могут закрыть, а вот летчик пропадает. А тебе же в МЧСе летчики нужны? Нужны. А летчик хороший? Хороший. Хм. Гарантируешь? Гарантирую. Добро. Ну, дай ему мой телефон, пусть позвонит, поговорим. Спасибо, Жень. Ладно, держим связь. Вот так. Надь, а кружку забрать? Да, оставь. Я к тебе еще зайду чайку попить. Ну, это да, точно. Повезло тебе, подруга. И от Марата избавилась, и мужа себе нашла. Да какой муж? Это же все фиктивно, не по-настоящему. Да-да, не по-настоящему. Глазки-то сверкают, да, горят. Покраснела. Слушай, ну а как там летчик твой? Бегает, небось, уже? Ну, пока еще не бегает, но это дело времени. Я уверена, что у Артема все получится. Вот увидишь, он еще летать будет. Да я в этом и не сомневаюсь. Ну что, все собрала? Да, все. Так. Ну, на свадьбу не забудь позвать. Да какая свадьба? Удачи. Пока. Надя, ты скоро? Да, да. Я иду уже. Что?
знала, что ты умеешь готовить. Газ дали. Надо же отметить. Я просто думала, что мы отмечаем мой переезд. Не, не, зачем? Я хочу выпить за луч солнца, который наполняет своим светом этот благородный плод и который превращает его в этот прекрасный компот. Ты поэт. А еще шить могу, вышивать умею. Вертолет летает, на коне скакай. Хочу тебе сказать спасибо. Нет, правда. Спасибо за то, что ты тогда не бросила меня. Помогла. Если бы не ты, я бы умер. А так я живу, дышу, хожу, шучу. Спасибо. Надь. Да? Давай потанцуем. Серьезно? Абсолютно. Просто так давно не танцевал. Ну, давай попробуем. Что, какие планы на сегодня? Мне надо забрать справку об отсутствии судимости. А у тебя? А я тренироваться. Лови. Ну, здравствуй, Артём. Что тебе надо? Поговорить. Ну, говори. А мы можем наедине? Ну, я не буду вам мешать. Надь. Это твоя сиделка? Что ты хочешь? Тём, прости меня. Какая же я дура. Я совершила ошибку. Я была не права. Но я так испугалась. Испугалась? Да ты просто кинула меня. И легла под первый попавшийся денежный мешок. Послушай меня. Это я уже не говорю о Руслане. И после этого ты еще приходишь ко мне? Иди отсюда. Тёмочка. Нет, Артём. Я безумно тебя люблю. Ты не можешь вот так меня бросить. Артём, я все время думала только о тебе. Я люблю тебя, Тёма. Уходи. Стой. Что? Ключи. Ключи. Надя! Игорь Игнатьевич, да, тут Борис. По электронке заключение комиссии пришло.
Неделю дают на устранение замечаний. Успеем? А к черту их! Как это? А вот так. Надоело мне все это. Вертолеты, самолеты, не мое это. Я здесь вспашу все к чертовой матери и пастбище сделаю. Думаю, бычками заняться. Вот бизнес, а это... А ты оставайся. Тебе какая разница, быть директором аэроклуба или фермы? Деньги те же, даже платить больше стану. Подумай, Борис. Спасибо, конечно, за предложение, Игорь Игнатьевич. Но я другому учился. Ну, как знаешь. Жаль. Знаю. Так, ну с пацанами, я вижу, ты уже познакомился. Познакомился. Ну, кормят как? Нормально? Да так себе. Дядя Артем, когда вы меня заберете? Ну, с этим не так просто, брат. Сейчас ищут твоих родственников. Вдруг кто-то из них захочет тебя забрать. У меня нет никаких родственников. У меня никого нет. Ну, тише, тише, чего ты? Я тебе сказал, что заберу отсюда. Значит, заберу. Нужно подождать. А мы еще вертолетик позапускаем? Конечно, позапускаем. Я тебя еще покатаю на настоящем вертолете. Вот увидишь. Подождать нужно. Я подожду. Воробьев, иди сюда! О, молодец, Васильева! Тыква! Ну, что ты там возишься? Давай быстрее, без тебя игра не идет. Становись. Молодец. Ты был в Ромке? Да. Хочу тебе кое-что сказать. Артем, я тоже хочу тебе кое-что сказать. Знаешь, мне кажется, мы запутались. Вся эта история с моим переездом, с фиктивным браком, все это как-то неправильно. Мне кажется, тебе нужно разобраться в себе, со своим прошлым, со своим настоящим. Я разобрался. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Настоящим. Ну почему все мужики такие козлы, а? Повторить? Ну, повтори. Пожалуйста. Здравствуйте, Марат Альбертович. Вам как всегда? Давай. Прошу. Привет. Ну, привет. Одна скучаешь? Уже не одна. Что пьешь? Коктейль. Может, виски? Я угощаю. Ну, может быть. Девушке тоже, что и мне. Я Марат. А тебя как зовут? Яна. Твое здоровье. Яночка красавица. И твое. Знаешь... Ну, никогда не думала, что в таком месте встречу столь галантного мужчину. Скучно здесь? Да, есть немного. Может, продолжим знакомство в другом месте? Ну, я не против.
Подожди. Что, прям здесь? А чем здесь плохо? Ну, я думала, мы домой к тебе поедем. А это мой второй дом. Но здесь очень даже хорошо. Особенно, когда такой мужчина рядом. Что такое? Часы. Укололась. Сейчас сниму. Действительно, я горячий мужчина. Ты просто огонек. Можем и разбить. А вещь очень дорогая. Маратик, погоди. Хочу шампанского. Самого дорогого. Сделаешь? Ах ты моя королева. Ну, конечно, для тебя любой каприз. Давай скорее. Сейчас все будет. Куда тебе? В Москву. Далеко. Бабки есть? Ну, может, так договоримся? Садись. Яночка! Ну, как там поживает наш инвалид? Как продвигаются дела? Все. Финита ля комедия. Инвалид больше не инвалид. Уплыла квартирка. Зря только время потерял. Ну, нет так нет. Не он первый, не он последний. Кстати, у меня на примете есть более перспективные варианты. Вот, например, объект номер один. Одинокий старик. Я думаю, проблем не будет. Кстати, он участник. Так что ты пошукай там в квартире. Может быть, ордена, медали найдутся. Всем оставаться на своих местах, руки на стол. Сидеть. У меня постановление на ваш арест. Ознакомьтесь. Вам все понятно? Понятно. Нет. Увести компьютер и документы изъять. Никуда вы меня не поведете. Вот я сейчас позвоню вашему начальнику, и он вам устроит. А вот начальнику звонить я вам не советую. Он сейчас занят, на наши вопросы отвечает. Руки. Где здесь ломбард, не подскажете? Да вон там, во дворе. Ага. Так, сколько вы мне за них дадите? А нисколько. Они ничего не стоят. Как ничего? Вы что? Это такая дорогая вещь. Барышня, это подделка. Какая подделка? Это дешевая китайская подделка. Эти так называемые ваши часы не стоят ничего. Прошу. Чтоб я так жил. И не надо тут стоять. Идите, дорогая барышня, идите. Забирайте свой лом и идите. Дайте мне дышать. Вот
лицо хандра и титан. Такая девочка, слышишь, садись. Садись, красавица, а. Договоримся, а. Дорогу покажешь? Капитан, вертолет к вылету приготовлен. Заправка полная. Приступим к осмотру. Девушка, вам куда? Мне в небо и побыстрее, пожалуйста. И мне туда же. Я вообще-то лечу людей спасать. Ну, тогда мне с вами по пути. Подрастающее поколение. Докладываю, товарищ капитан. Ромка дома, делает уроки и ждет нас работы. Липки, вертолет 355, запуск на полосе. А, 355, запуск разрешаю. Ветер 283 метра в секунду. 5-5, летайте по готовности.